Как вы относитесь к аскезам? У кого мы просим и кто нам дает? Наша жизнь, она исключительно является элементом долга. всегда наша жизнь это долг. Как это все устроено? Человек рожден для того, чтобы создавать и отдавать чувства. Эти два чувства, которые он создает, являются расплатой за жизнь, которую он живет. Расплатой перед кем? Перед теми, кто создал человеку эту жизнь, то есть по-другому, Богом или высшими силами. Чем рассчитывается человек за то, что он живет? Он, как правило, рассчитывается своими чувствами. В случае, если человек получает что-либо из-за того, что его сознание захотело, но он не рассчитался, то тогда ему приходится рассчитываться. И рассчитываться приходится так. Если у вас что-то в жизни произошло плохое, то вы должны рассчитаться чем? Вот страданиями. Почему? Как вообще происходят страдания? Страдания это долги. Перед кем? Ну вот там кого-то кому-то нахамили, кого-то оскорбили, кто-то вас ненавидит. Те, люди, они хотят от вас боли. Почему? Чтобы ты сдох, чтобы ты подавился, чтобы у тебя там ноги покрутило. Почему? Ну, потому что вы что-то сделали такое. И человек вот так вот пожелал вам этого. И значит, вы должны, этот долг между собой соединяется. И что происходит? Ну, вы должны рассчитаться по долгам. То есть радость отдать за хорошие моменты, то есть радоваться. Ну, вы радуетесь, вы выпиваете периодически. Там, «О, -о, -о, О, я радуюсь. Радость это оплата долга. чувство отдали за то, что получили. А страдания, а страдания это другая противоположная сторона мира, она хочет от вас страданий, поэтому аскеза, когда человек говорит, не буду есть, это будет моим расчетом там, за то, что кто-то хотел от меня боли, посвящаю это тому-то, тому-то, ну вот и конец.